Здесь все правы. При обычном полете реактивный аэроплан убыточнее поршневого в 5 раз. Вот мы здесь и напишем этакую 5. Но стоит набрать высоту и выйти туда, где плотность воздуха, скажем, в 4 раза реже, как реактивный аэроплан вдвое увеличивает скорость, а убыточность сокращается пополам. Было 5, стало 2,5, естественно, с минусом. Зато на высоте, где среда реже в 100 раз, реактивный аэроплан просто вдвое выгоднее поршневого. Таким образом, уважаемый Андрей Ильич, реактивный аэроплан, завоевав стратосферу, вытеснит поршневой. А меня у нас подняли на смех. К этому следует привыкать. Я уже давно привык. Я здесь просто хожу в городских сумасшедших.